Сегодня мы научимся вязать вот такой спиральный цветочек. Начинаем вязание цветочка со скользящей петли. И затем провязываем 10 столбиков без накида внутрь скользящей петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Затем скользящую петлю затягиваем и соединяем первую и последние петельки ряда с помощью соединительной петли. И вот первый ряд готов. Далее провязываем 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок и в ту же самую петельку провязываем столбик с одним накидом. Затем вяжем 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок и заводим крючок за только что провязанный столбик с одним накидом, вот сюда. И в эту точку провязываем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре и 5. Затем пропускаем в основании одну петлю и в следующую петлю вяжем столбик без накида. И вот первый лепесточек готов. Далее вязание повторяется. Снова провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и в ту же самую петельку основания провязываем столбик с одним накидом. Снова провязываем 2 воздушные петли и 5 столбиков с одним накидом, заводя крючок за только что провязанный столбик. Раз, два, три, четыре, и 5. Теперь пропускаем одну петлю в основании и в следующую петельку вяжем столбик без накида. Теперь готово уже 2 лепестка. И так повторяем еще 3 раза. И вот цветочек получился.
Лично мне он больше нравится с изнаночной стороны.